До 18 апреля в Чебоксарах будет действовать ограничение на въезд в город грузовых машин. Ограничения вводят ежегодно весной на период активного таяния снега. Идет активное водонасыщение, в связи с чем дорожное полотно не способно воспринимать большие нагрузки от тяжелых транспортных средств. В связи с чем управление ЖКХ и благоустройства организованы пункты весового контроля на 5 въездах в город. Ограничение не распространяется на автомобили, которые везут продукты питания, горючее, лекарства и семена. Также разрешение на въезд получил региональный оператор, который вывозит из города твердые коммунальные отходы. Остальным придется приобрести пропуск, либо найти другой маршрут в объезд столицы. За смену через один пост проходит порядка 200 грузовых автомобилей. Если по требованию регулировщика весового контроля машина не останавливается и проезжает мимо, то мы звоним 102 и передаем данные на машину, номера, цвет, направление движения. Все средства, полученные от продажи пропусков, пойдут в городской бюджет. Затем их направят на ремонт дорог.